Приветствую вас, и смотрите, какая получается ситуация. Мужчина, он, любя вас, при этом не может нормально общаться с дочерью. Не может совладать с ее ревностью. Не может установить границы между ней и своими отношениями. И вам, естественно, как человеку со стороны тяжело приходит, потому что вы, в общем-то, получается, и слова не можете сказать против, а только страдают. В этой ситуации, если и возвращаться, то только на определенных условиях. То есть мужчине нужно четко донести, что вы к нему вернетесь, если там, допустим, его дочь будет жить отдельно, или если его дочь там, объяснит, почему она вас не любит, приведет примеры, приведет конкретные факты, аргументы в пользу того, почему она считает недостойной вас. Но главное, о чем вам, наверное, стоит спросить мужчину, это то, что хочет ли дочь, чтобы ее отец, то есть мужчина, был счастлив. Желает ли она ему счастья таким образом? Делает ли она ему добро своим поведением? Пусть ваш мужчина сам подумает на тему того, что он позволяет своей дочери. На тему того, кому выгодно то, что происходит. И если он не сможет взять в свои руки свою собственную судьбу, свою собственную жизнь, нести ответственность за нее и за вас, а постоянно оглядываться на свою дочь, на ее там какие-то проблемы и так далее, то, ну, наверное, такой мужчина не сможет стать вам достойным спутником жизни. Да, понятно, у дочери есть определенные проблемы. Понятно, что у дочери есть трудности, это ясно. Но вы имеете полное право жить спокойной жизнью. И что самое главное, ваш мужчина также имеет на это полное право. А дочь ведет себя эгоистично. И вот вопрос в том, почему она ведет себя эгоистично. Может быть, вам, мужчине, стоит с ней поговорить и сказать, что вы не пытаетесь занять место ее мамы. Вы просто хотите сделать ее отца счастливым. Вы просто хотите дать ему то, в чем он нуждается, может быть, оперируя счастьем мужчины, а у вас получится к чему-то прийти в диалоге с дочерью. Но пока мужчина сам не начнет ограничивать свою личную жизнь, не пуская туда никого, в том числе и своего ребенка, и все остальное, думаю, у вас будут проблемы. И вот именно это условие вам необходимо поставить мужчине. Если хочет, чтобы вы вернулись, необходимо для этого создать соответствующую благоприятную среду. Если этой среды нет, то ничего в итоге не получится. Как мне кажется, сперва нужно попробовать поговорить вам втроем с дочерью, постараться к чему-то прийти, что-то выяснить.
Постараться объяснить, чего хотите вы, понять, чего хочет она, в идеале, конечно. И постараться как-то, знаете, выработать комплекс, который бы устраивал и вас, и ее, чтобы не было соперничества, чтобы был хотя бы такой нейтралитет. Если не получится, придется ставить условия. Условия ставят мужчине, потому что вы приходите к нему в дом, и, соответственно, на нем лежит ответственность за то, чтобы сделать новый дом вашим домом. Для этого необходимы усилия. Для этого необходимо принятие неприятных решений. И если мужчина к ним не готов, значит, он не готов бороться за вас, за счастье с вами. А раз так, то и отношения у вас, к сожалению, скорее всего, не получатся. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делать его лучше.